есть такие партнеры, Донецк, да, несмотря на все проблемы, Донецкий национальный технический университет, уже около 10 лет мы с ними общаемся. Да, поэтому, Николай Александрович, вы готовы к своему выступлению? Отлично, тогда на вас я переключаю на вас, и вас будет слышно в зале и в интернете. То есть мы меняемся местами, теперь наслушаем интернет. Так, уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется доклад на тему влияния стратегии ремонтов на задачи технического менеджмента в ремонтной службе, выполненный в Донецком национальном техническом университете. В рамках доклада используются такие понятия, как задачи технического менеджмента решаются на стадии эксплуатации, оборудование обеспечивает разработку, ведение и анализ ремонтной документации, направленную на восстановление исправного состояния деталей. Детали – это изделия, изготовленные из однородного материала, без применения сборочных операций. Техническое состояние детали характеризует ее соответствие требованиям, заложенным конструктором, и реализация деталей – совокупность деталей, установленных в конкретное место машины за все время ее эксплуатации. Процесс эксплуатации деталей – обладающие внутренними свойствами CS, на него воздействуют внешние факторы, представленные вектором CV. В течение времени взаимодействия этих факторов приводит к изменению технического состояния деталей. Когда это техническое состояние достигает предельного значения, выполняется ремонт, в рамках которого восстанавливаются прочностные и геометрические свойства деталей. Данные о техническом состоянии детали, а также прочая информация о детали, используемой при решении и разработке ремонтной документации, представлена в виде описания деталей. Важнейшим фактором, влияющим на изменение технического состояния детали, следствием реализуемого технологического процесса. Связь технологического процесса и ассортамента выпускаемой продукции и нагрузки позволило разделить технологические процессы на три группы. Вариативные, где изменение ассортамента приводит к изменению нагрузки. Стационарные, где изменение ассортамента не приводит к изменению нагрузки. И случайные, которые не связаны с выпуском, видом выпускаемой продукции. Также внешним фактором является сырье и энергия, квалификация технологического персонала и характеристика внешней среды, например, температура, запыленность. Требования к качеству готовой продукции накладывают свои ограничения на предельное значение технического состояния деталей. В процессе эксплуатации детали ее техническое состояние изменяется от начального до предельного в соответствии с типовой кривой износа, на которую можно вычислить участки переработки, нормальной работы и ускоренного износа. В случае, если деталь эксплуатируется в условиях, заложенных конструктором, наблюдается постепенный отказ. Если же эти условия нарушены, то есть нагрузка, допустим, превышает, то происходит внезапный отказ, когда скорость изменения технического состояния резко становится бесконечно большой. Совокупность данных по оконченным реализациям детали, обработанная с помощью аппарата математической статистики, позволяет получить теоретическую модель изменения технического состояния, соответствующей тяжелым условиям эксплуатации, легким или средним. Реальная кривая с заданной вероятностью будет лежать между этими функциями. Если рассмотреть оконченные реализации, также срок эксплуатации каждой из них и время продолжения ремонта, можно получить ремонтную службу коэффициент готовности. По текущей реализации можно выделить используемую часть ресурса и прогнозный остаточный ресурс, где его значение может быть различным и определяется заданной вероятностью безотказной работы в детали. В общем случае прогнозирование отказа выполняется на основе данных диагностики, где по этим данным определяются параметры прогнозной модели, соответствующие тяжелым условиям эксплуатации, и в момент, прогнозный момент отказа проводится диагностика. Оценивается техническое состояние детали, уточняются параметры модели и делается прогноз остаточного ресурса, а также срока отказа. В этот момент делается очередная диагностика. Такое пошаговое приближение выполняется до тех пор, пока остаточный ресурс не станет равным либо меньшим допустимого остаточного ресурса, назначается очередной ремонт.
Таким образом, прогнозная модель используется для прогнозирования стохастического прогнозного ресурса из детали и даты ее отказа. В прогнозной модели можно выделить две компоненты – параметризирующую часть, которая определяется видом исходных данных, и прогнозирующую часть, которая едина и не зависит от вида исходных данных. Эффективность прогнозирования определяется коэффициентом использования ресурса, как отношение прогнозного ресурса к полному ресурсу детали. Прогнозирующая часть, представленная моделью отказов, включает в себя параметры, определяемые из истории ремонтов. Это срок начала утверждения прогноза, также вид закона распределения остаточного ресурса, его параметр формы и масштаба. Задаваясь вероятностью безотказания остаточного ресурса и, следовательно, сроков отказа детали. Применяя подход к прогнозированию, используя прогнозирование отказов, можно получить ряд стратегий ремонтов. Например, стратегия аварийных ремонтов предполагает, что мы наблюдаем за изменением технического состояния детали, когда она достигает предельного значения и происходит отказ, назначается ремонт, то есть срок ремонта равен сроку отказа. В этом случае прогнозирование отсутствует. Ресурс деталей используется на 100%, КР равен единице, повреждения смежных деталей присутствуют. Материальные ресурсы планируются из статистики потребления, которая является величиной стохастической, следовательно, приводит значительным объемом неликвидом при высоком требовании ресурса аварийного ремонта. Оборудование – это второстепенное либо дублирование, если разрушение деталей не приводит к повреждению соседних деталей. Стратегия аварийных ремонтов предполагает, что, исходя из условий самых тяжелых условий эксплуатации, определяется срок отказа и расчетный ресурс детали, который применяется нормативным ресурсом. Тогда для конкретной детали срок ремонта определяется эксплуатации деталей и нормативного ремонта ресурса. В этом случае прогнозирование выполняется один раз, ресурс изделия деталей используется только частично, то есть исходя из тяжелых условий. Повреждение смежных деталей отсутствует, так как ремонт является предупредительным. Материальные ресурсы планируются под расчетный срок ремонта, следовательно, неликвиды отсутствуют. Оборудование ответственные детали, отказ которых недопустим. В металлургии в основном используется при планировании остановок машин на ремонты, без указания содержания ремонта. Стратегия ремонтов по состоянию предполагает использование результатов диагностики, где с заданной периодичностью, которая определяется из условий тяжелых условий эксплуатации и заданной зоны предотказного состояния, проводится диагностирование. Когда очередной результат диагностирования попадает в зону предотказного состояния, этот срок и принимается сроком диагностирования. В этом случае имеем большое количество прогнозирований, более 30, так как шаг прогнозирования незначительный. Ресурс деталей используется практически полностью. Повреждение смежных деталей исключено, так как ремонт предупредительный. Материальные ресурсы планируются по стратегии аварийных ремонтов, что приходит к значительному объему неликвидов. Оборудование – это детали, отказ которых приводит к остановке технологического процесса. Также данные диагностики используются в стратегии прогнозных ремонтов. Определяются параметры, условия тяжелых условий эксплуатации, определяется срок отказа, который принимается сроком диагностирования. То есть в этот момент времени проводится диагностирование, уточняются параметры прогнозной модели, прогнозируется срок отказа и очередной диагностики. Такое движение осуществляется до тех пор, пока очередная диагностика не попадает в зону предотказного состояния. В этом случае срок ремонта принимается сроком диагностирования. Учитывая переменный шаг диагностирования, мы получаем малое количество диагностирований. Ресурс деталей используется практически полностью. Повреждение смежных деталей исключено, так как ремонт предупредительный. Материальные ресурсы планируются на шаге прогнозирования, если остаточный ресурс деталей равен сроку поставки материального ресурса. Это приводит к небольшим объемам неликвидов. Оборудование – это детали, отказ которых приводит к остановке технологического процесса. Для обоснованного выбора вида для конкретной детали – предложен критерий «удельная стоимость эксплуатации».
Этот критерий учитывает затраты на детали, ремонтные бригады и прогнозирование, отнесенные к гамма-процентному ресурсу, который является прогнозным, остаточным ресурсом. Также учитывается количество, доля потерь производства, приходящихся на ремонт этой детали. Учитывая то, что ремонты являются стохастическими, затраты на запасные части также являются величиной стохастической, которая зависит от стоимости новой детали, а также вероятности безотказной работы и вероятности отказа, умноженные на коэффициент, характеризующий удорожание запчастей в случае срочного образом рассчитываются и затраты на ремонтные бригады. Затраты на прогнозирование учитывают стоимость диагностирования, анализа результата диагностирования и также затраты на параметризацию прогнозной модели. Коэффициент доли затрат потерь производства определяется с учетом, собственно, всех потерь производства и доли затрат на ремонт. Данные прогнозной модели составляют динамическую часть, описывающую оборудование. Это описание также введено и структура комплекса оборудования, где можно выделить уровни машин, узлов и деталей. По каждому элементу образа оборудования и описания оборудования формируется также статическая часть, которая не изменяется в процессе эксплуатации. И формируется на основе данных чертежей в основном. Практическое применение стратегии ремонта в случае практики аварийных ремонтов предполагает, что аварийный ремонт может быть как в случае постепенных отказов, если прогнозирование не выполняется вообще, либо выполняется с ошибкой, так и в случае внезапных отказов, безусловно. При этом при устранении аварийного ремонта ремонтник является бесценным сотрудником, каждый час работы которого приводит к потерям производства и прибыли. Это позволяет ремонтнику привлекать практически любого поставщика трудовых материальных ресурсов для устранения отказа за разумную цену. Также при этом отсутствует техническая документация, описывающая в полном объеме выполненный ремонт, что позволяет проверить объективность привлечения ресурсов. В случае регламентных ремонтов металлургии они используются для планирование годовых графиков ремонтов, допустим, текущих, где периодичность ремонтов является нормативом, также нормативом является трудоемкость ремонтов. В случае капитальных ремонтов используется периодичность ремонтов для определения. История ремонтов формируется в агрегатном журнале, где можно видеть записи, соответствующие прогнозным ремонтам, так как мы имеем объективную оценку технического состояния, либо ремонтам по состоянию. Анализ информации формирования позволяет выделить данные, необходимые для планирования ремонта. Но выделить это практически очень сложно, так как поиск информации затруднен. Для формализованного представления проведен анализ журнала, выделено 4 вида данных в нем. Это место, где проведен ремонтное воздействие. Это результат оценки технического состояния. И материальных ресурсов, использованных для его выполнения. Использование такого подхода позволило разработать автоматизированный агрегатный журнал, где для выбранного элемента оборудования можно отсортировать данные по проведенных ремонтных воздействиях. При этом ремонтное воздействие имеет формализованное описание, что позволяет выделить только ту часть из них, которая нужна для как исходные данные для параметризации ресурсной прогнозной модели, которая лежит в основе регламентной стратегии ремонта. Данные по диагностике используются в случае стратегии по состоянию. Например, в случае комбинированных редукторов прокатного стана выбрана контрольная точка, наиболее информативная, которая стоит на приводном валу. Эта контрольная точка используется для получения спектра виброскорости в горизонтальном, вертикальном и осевом направлении. На спектре виброскорости можно выделить
участки, соответствующие тем либо иным элементам оборудования. Анализ этих данных позволяет получить оценку технического состояния. Статистика технических состояний может использоваться при стратегии ремонтов прогнозных. Критерий удельная стоимость эксплуатации использован для обоснования перехода к стратегии ремонтов прогнозных в случае ремонтов скиповой лебедки. На этой скиповой лебедке выделены контрольные точки. Результаты диагностирования этих контрольных точек на конкретную дату приведены в этой таблице. Далее по каждому элементу скиповой лебедки просчитаны параметры критерия удельной стоимости и получены удельная стоимость ввода в случае стратегии ремонта. Совокупность этих сумм позволяет получить стоимость эксплуатации по лебедке в целом. Сравнение полученной оценки с реальной оценки, которая по существующей стратегии позволяет оценить экономический эффект. В целом, в заключение хотелось бы сказать следующее. Значит, право на использование имеет любая стратегия ремонтов, аварийная, регламентная, по состоянию и прогнозная. При обосновании стратегии необходимо учитывать прогнозный характер изменения технического состояния деталей и затраты на прогнозирование даты ремонта. Диагностика принимается в стратегиях ремонтов, прогнозных, только инструментальная, то есть объективная, по состоянию, может как инструментальная, так и экспертная, то есть субъективная. Наиболее совершенная стратегия прогнозных ремонтов обеспечивает заданную вероятность безотказной работы и требует использования средств технической диагностики, квалифицированных диагностов, хранения больших объемов статистического аппарата для параметризации диагностической прогнозной модели на данных диагностирования, а также квалифицированных аналитиков для разработки диагностической прогнозной модели. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Доклад окончен.